Здравствуйте, дамы и господа. Мы ждем буквально еще одного докладчика. Дайте нам еще минуту, и мы после этого начинаем. Спасибо. Итак, давайте все-таки начнем. Уважаемые гости, дамы и господа, здравствуйте. Добро пожаловать на сессию, которая называется «Роль парламентов в борьбе с киберугрозами». Сегодня не особенный день, потому что сегодня у нас будет некая кульминация долгосрочной работы парламентариев и вовлечение их в IGF. Меня зовут Тереза. Я работаю в глобальном форуме по киберэкспертизе. Хочу вам сказать, что ведется синхронный перевод на все языки ООН. Прошу, соответственно, всех докладчиков иметь это в виду и не торопиться. У нас 1 час и 10 минут приблизительно отведено на эту сессию. Построена она будет несколько иным образом, потому что мы попытаемся запустить диалог по злободневным вопросам. Прежде чем мы начнем нашу беседу, прежде всего хотел бы поблагодарить всех организаторов по линии работы с парламентами. Вы слышали их, мы сейчас заслушаем их выступление. Ли Чинхуа, заместитель генерального секретаря по вопросам экономики и социальным вопросам ООН. Пожалуйста, он сейчас обратится к нам с видеообращением. К сожалению, практически не слышно господина Ли Чжэньхуа. Очень плохая связь. Докладчика не слышно. Перевод возобновится, как только наладится связь.
господин заместитель генерального секретаря ООН, большое спасибо за вашу поддержку данного вопроса. Сейчас я хотела бы перейти к следующему выступающему, господину Мартину Чунгонгу, генеральному секретарю Межпарламентского союза. Пожалуйста, господин генеральный секретарь, благодарю вас. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Приветствую всех в Аддис-Абебе. А теперь господина Чунгонга не слышно в зале, хотя прекрасно слышно его переводчиком. Итак, давайте снова. Большое спасибо за возможность выступить перед вами. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своего коллегу, заместителя генсека ООН, который только что выступал. Мы высоко ценим работу по сотрудничеству с UNDES, особенно в контексте IGF. В этом году наша парламентская сессия посвящена вопросам борьбы с киберугрозами. И весьма своевременно, потому что с точки зрения Межпарламентского союза мы считаем, что то, чем занимаемся мы в нашей повседневной работе, это изыскание решений конфликтов, которые происходят во всему миру. Мы говорим об Украине, Мали, Венесуэле, Ливии, Йемене, еще ряде стран. И мы пытаемся оказать свое содействие в выработке решений, политических решений. И я полагаю, что данный форум рассмотрит вопросы киберугроз в этих обстоятельствах нестабильности нашего единого цифрового пространства. Нам необходимо использовать различные инструменты, такие как Будапештская конвенция, Будапештская конвенция по киберпреступности, конвенция по кибербезопасности, и Межпарламентский союз активно участвует в международных конвенциях по использованию ИКТ и противодействию использованию ИКТ в преступных целях. 6 декабря у нас будет открытое обсуждение с парламентами разных стран относительно того, каким образом обеспечить голос в парламентах в ООН, потому что это закреплено в правах человека. И мы ставим перед собой задачу создания безопасного киберпространства для демократии. На кону стоит именно это, и нам необходимо обеспечить пространство, в которых демократия процветает, и правительство, законные правительства получают дополнительную поддержку. И управление интернетом также укрепляется. Комитет по вопросам мира также рассмотрит резолюцию, которая будет учитывать такие злободневные вопросы, как кибербезопасность и кибератаки. Я благодарю за возможность принять участие в данном парламентской работе на форуме по управлению интернетом, и мы будем обсуждать это, и я надеюсь, что выводы по итогам данной сессии и уже работа, которая по парламентскому направлению идет, лягут в основу работы по решению проблемы киберугроз и создание безопасного киберпространства для всех. Большое спасибо за внимание. Жду обсуждений. Благодарю вас, господин генеральный секретарь Межпарламентского союза. Сейчас я хотела бы пригласить к микрофону Тагесе Шафу, спикера Палаты представителей Эфиопии, который находится здесь. Пожалуйста, поднимитесь к нам на сцену.
Позвольте мне выразить сожаление спикера Палаты представителей нашей страны в связи с тем, что он не смог быть здесь, и я представляю его тут. Я член Палаты представителей, и я также работаю в подкомитете по внешним сношениям и по вопросам мира и постоянном комитете федерального парламента. Уважаемые делегаты, дамы и господа, добро пожаловать в Эфиопию и добро пожаловать на работу парламентской группы IGF-2022. Позвольте мне воспользоваться возможностью и поблагодарить вас всех за то, что вы приехали в Эфиопию и приняли участие в форуме по управлению интернетом 2022 года. Я хотел бы поблагодарить организаторов IGF и также организаторов парламентского направления за создание площадки для этого диалога. Мы также приветствуем членов парламентов различных государств, делегатов, представляющих различные организации и ведомства. Коллеги, позвольте мне обратить внимание, какую роль парламенты играют в цифровом пространстве. Технологии постоянно меняются, поэтому и законодательство также должно успевать за этим. В результате парламенты – это те площадки, где вырабатывается законодательство, в том числе по вопросам интернета, цифрового пространства, и парламентарии играют важную роль в вопросах управления интернетом и выработки цифровой политики. Я благодарен IGF за предоставление этого форума, на котором парламентарии могут обсудить эту проблему с другими участниками, различные подходы, лучшие навыки, о том, как развивается в данном направлении эта работа. И цель данного заседания сегодня – повысить роль парламентов в диалоге по управлению интернетом, особенно посредством расширение межсессионной работы и содействие межпарламентскому диалогу и сотрудничеству по ключевым вопросам политики, которое направлено на содействие межпарламентскому диалогу и сотрудничеству. Как вы все прекрасно знаете, интернет предоставляет возможности для роста и безусловно, граждане выигрывают от развития. Эфиопия идет быстрыми шагами по пути развития цифровой экономики, но, безусловно, еще многое предстоит сделать для того, чтобы развить цифровой потенциал и построить процветающее общество. Мы верим, что наша страна скоординировать свои действия для того, чтобы воспользоваться преимуществами цифрового преобразования и задействовать интернет, цифровые технологии. И это все требует нового видения со стороны руководства и законодателей. Есть возможности, есть также и трудности. И безопасность интернета и роль правительств это, безусловно, одно из основных направлений, которое вызывает озабоченность. Есть определенное четкое обязательство со стороны правительств по обеспечению безопасности цифрового пространства, и это требует от политического руководства взять на себя задачу по решению этой проблемы. Я также хотел бы использовать эту возможность, воспользоваться возможностью для того, чтобы подчеркнуть и рассказать о ряде инициатив эфиопского правительства в данном направлении.
В настоящее время наш парламент вкладывает большое количество усилий и средств в исследование и развитие будущих технологий. Парламент Федеративной Народной Республики Эфиопии занимается такими вопросами, как защита прав потребителей, политика в области контента, безопасность данных, приватность, осведомленность и разными другими вопросами. Среди основных наших конструкций, которые мы внедрили в нашем законодательстве, такие темы, как вопросы электронных транзакций, вопросы обеспечения безопасности данных, вопросы языка ненависти и так далее. Мы выступаем в защиту свободы выражения, защиты фундаментальных прав человека, доступа к информации. При этом мы также учитываем такие важные вопросы, как инновации, защита прав потребителя и свобода бизнеса. Дамы и господа, в конце своего выступления я хотел пожелать вам успешного собрания, успешного заседания, которое проходит сейчас у нас в гибридном режиме. Мы хотим подчеркнуть, что киберпространство остается открытым, и мы очень надеемся, что оно будет безопасным. Мы также подчеркиваем, что любая политика в сфере цифрового пространства должна быть нацелена на человека. Мы желаем вам всего самого доброго во время вашего заседания и большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо, господин член парламента, за ваше высказывание. Сейчас я хотела бы продолжить наше обсуждение. У нас прекрасная панель экспертов собралась здесь. Мы также хотели бы продемонстрировать мультистейкхолдерный аспект нашей работы. Это как раз выражается за счет того, кого мы пригласили. У нас здесь не только члены парламента, но и многие представители из разных структур. Первый человек, которому я хотела бы дать слово, это господин Эдвард Чунг. Он представляет правление ICANN и также является представителем DOT Asia. У нас есть представитель парламента Ганы, господин Самуэль Джордж. Также госпожа Мия Петра Кумпула, представитель Европейского парламента. Себастьян Гарсия, представитель парламента Парагвая. И также представлен Джемсон Олуфуэ, который представляет Альянс ИКТ Африка. Все наши представители здесь занимаются вопросами кибербезопасности. И мы хотели бы сегодня обсудить следующие вопросы. Первый. Как вы думаете, какую роль могут или должны выполнять парламенты в противодействии вопросам киберугроз? Что можно сделать или укрепить с точки зрения мультистейкхолдерного сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях? Давайте устроим живой диалог, и я предлагаю кому-либо из вас начать. Спасибо большое, Тереза, говорит Джимсон Олуфуе. Уважаемые коллеги, мне очень приятно быть здесь. Я думаю, что сначала нам нужно определиться с тем, что такое киберугрозы. Киберугрозы обычно характеризируются тем, что они могут наносить существенный ущерб как в экономическом, финансовом, так и в репутационном смысле. Это чрезвычайно важное обсуждение. Сейчас,
когда мы говорим о вовлечении парламентов в этом вопросе, можно сказать, что в Нигерии, например, демократия процветает уже давно, и мы продолжаем эту работу, продолжаем выполнять ее успешно. Мне кажется, что, как сказал секретарь Межпарламентского союза, киберпространство – это очень сложный вопрос. Это вопрос, полный вызовов и угроз, а также дезинформации. Парламент, например, в Нигерии, имеет ряд комитетов, которые отвечают за разнообразные вопросы. И если мы не справляемся с вопросом угроз, это начинает воздействовать на самые различные сферы. Поэтому необходимо вовлекать самые разнообразные комитеты в работу над киберугрозами. Очень важны законы в сфере комплаенса, в сфере надзора. В африканских странах вопросы кибербезопасности очень сильно связаны с работой ЮНЕКа. Мы хотели бы, чтобы эти законы совершенствовались, и чтобы у нас не было той ситуации, как сейчас, когда мы теряем 10% нашего ВВП из-за тех киберпреступлений, которые совершаются в интернете. Мы должны относиться к этому вопросу чрезвычайно серьезно. Для того, чтобы мы могли увеличить наш ВВП, увеличить нашу кибербезопасность и усовершенствовать ситуацию. Поэтому это чрезвычайно важный вопрос, я подчеркиваю. Спасибо большое, очень важно было услышать это именно от вас. Себастьян, есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу этого заявления? Да, здравствуйте. Я рад иметь возможность поделиться своим мнением. Спасибо большое, что вы организовали этот форум. Итак, сначала я хотела сказать следующее. Очень важно с точки зрения члена парламента, кем я являюсь, понять, что такое киберугрозы. Может быть, перейти с технического уровня на более человеческий, более политический уровень. Нам нужно понять, каковы последствия суверенитета, для суверенитета, для нашего оборонного комплекса и для жизни граждан. Нам необходимо понять, какие последствия имеются, и исходить уже из этого для того, чтобы в проактивном режиме начать противодействовать этим угрозам. Мы всегда должны приносить вопросы, связанные с кибербезопасностью, на наши политические площадки, для того, чтобы мы могли их обсуждать открыто и самым всеобъемлющим образом. Мы также должны заручиться бюджетной поддержкой в этом отношении. Спасибо большое. Кто еще хочет высказать? Я представляю Европейский парламент. Вы знаете, мы выпускаем законы, мы распоряжаемся бюджетом в отношении 27 стран. Ну, вы понимаете, у них есть свои собственные национальные законы. Мы понимаем, что киберпространство выходит за границы определенных стран, это и любых международных границ. Мы, естественно, занимаемся вопросами, связанными с кибербезопасностью. Понимаем, что у нас огромный рынок, это приблизительно 1/5 всего мирового рынка. И нам необходимо заручиться тем, чтобы у нас были должного уровня инструменты, которые бы позволяли нам бороться с киберпреступностью. Мы отвечаем за безопасность общества,
и не только офлайн, но и в интернете, онлайн. Однако многие вопросы связаны также и с тем, что происходит в реальной жизни, например, то, что происходит в Украине, то, что происходит в части того, что, например, российское государство отключает, наносит критические удары по инфраструктуре Украины, отключая электричество. Это важные проблемы. Нам нужно работать с людьми, которые работают в самых разнообразных комитетах, как по национальной безопасности, так и в технических комитетах. Мы должны работать и с инженерами, и с специалистами по цифровизации. Киберпространство также должно быть чрезвычайно безопасным, иначе мы тратим слишком большое количество ресурсов. Спасибо большое. Я хотел поблагодарить всех за то, что вы организовали это обсуждение. Мне кажется, вы четко сказали о том, что мы, как члены парламентов, несем ответственность перед нашими избирателями. Мы несем обязательства по тому, чтобы обеспечивать их безопасность не только в реальной жизни, но и в киберпространстве. Мы должны сделать так, чтобы у всех, во всех странах были меры, обеспечивающие кибербезопасность. Если у кого-то еще нет этих мер, то им необходимо срочно начать работать в этом направлении. Гана сделала это в 2020 году, когда мы приняли закон по кибербезопасности. И сейчас это уже не вопрос просто связи, это вопрос национальной безопасности. Киберугрозы и атаки, они не имеют границ, они проходят, выходят за рамки каких-то конкретных национальных границ, поэтому необходимы международные протоколы, такие как Будапештская конвенция или Малабская конвенция, которая была подписана практически всеми африканскими странами. У нас 14 стран, которые ратифицировали эту конвенцию, остальные пока что нет. Нам нужно, чтобы еще одна страна добавилась для того, чтобы эта конвенция реально была внедрена, для того, чтобы она действительно могла работать. Вам не обязательно, кстати, ратифицировать всю конвенцию, вам можно ратифицировать ее с некоторыми оговорками. Пожалуйста, давайте это сделаем, чтобы мы могли усовершенствовать нашу ситуацию. Опять-таки, хотел сказать, что мы должны делать все, чтобы наши граждане были образованы с точки зрения цифровой гигиены, с точки зрения того, что ждет их в цифровом пространстве и как бороться с киберугрозами. Мы работаем над созданием кампаний по осведомленности граждан по цифровой гигиене. И это является одним из наших основных приоритетов. Большое спасибо. Давайте сейчас поговорим немножко побольше про роли и обязанности, но не только парламентов, но и других заинтересованных сторон. Мы сейчас говорили от имени парламентов, но вот, Эдмунд, скажите, пожалуйста, а как насчет других участников? Каковы их роли и ответственности? Спасибо большое, говорит Эдмунд Чанг. Мне очень приятно слышать все отзывы от собравшихся здесь парламентариев. Но, естественно, такие организации, как ITF или ICAN, мы не создаем законы. Это делают парламенты различных стран. Но мы создаем условия для работы интернета. Поэтому в управлении интернетом, в этом сообществе работают самые разные участники. Хотела подчеркнуть, что вопрос доверия – это тот связующий элемент, который всех нас объединяет. Когда мы говорим о цифровой
цифровом суверенитете? Это важный вопрос, который волнует многие правительства, но им нужно оперировать на техническом уровне, а это создает некоторые угрозы. Когда вы собираетесь внедрить какие-то несовместимые протоколы или какие-то другие методы, и которые вступают в противоречие с другими, вы создаете проблему, вы создаете возможность для киберпреступности. Понятно, что нет никакой полиции, которая занимается протоколами. Но нам нужно понять, каким образом работать вместе. И сейчас я хотел добавить, есть некоторые угрозы, которые носят не такой характер, как в жизни, а которые относятся только к жизни онлайн. Например, доменные имена или адреса электронной почты, которые сейчас работают только на английском языке и недоступны на других языках. Это как раз тот вопрос, над которым могут работать правительства. Для того, чтобы мы могли иметь такие системы на самых разных языках, необходимо законодательство, которое могло бы подстегивать развитие в этом отношении, подстегивать технические сферы, технические структуры, для того, чтобы те могли принимать на вооружение, создавать средства для такого многоязыкового общения. Я думаю, что многие заинтересованные стороны должны работать вместе для построения более совершенного интернета. Спасибо большое, Эдмунд, за вашу точку зрения. Анриетта к нам подсоединится немножко попозже. Анриетта, вы на самом деле представляете APC. Расскажите нам, пожалуйста, что вы можете сказать про гражданское общество и киберугрозы. Спасибо, что дали мне слово. Давайте немножко вернемся назад. До обеда у нас состоялась основная сессия про вопросы, связанные с безопасностью онлайн. Мы здесь же ее обсуждали. Мы договорились до того, что необходим всеобъемлющий подход к вопросам кибербезопасности. Но также нам нужно посмотреть, каким образом определять сами понятия. И какой вклад мы все можем внести в этот вопрос. Мне кажется, гражданское общество имеет особенную роль. Мы можем прояснить, какие именно вопросы связаны с кибербезопасностью и как реализуются те или иные киберугрозы, и как они затрагивают малые бизнесы, отдельных людей, клиники, людей, которые занимаются социальными вопросами. Мы говорим о самом низовом уровне, уровне сообществ обычных людей. Это также воздействует на людей разных гендеров, разных полов, разных культур. Поэтому необходимо помнить о разнообразии киберугроз и о разнообразии тех последствий, которые они могут иметь. Все это необходимо учитывать в нашем диалоге, в нашем обсуждении. Мы должны понимать, как эти угрозы воздействуют на нарушение прав человека, как мы можем регламентировать это путем надзора, как это может воздействовать на журналистов, на активистов, как это может способствовать антидемократическим методам. И иногда политические структуры используют это в зло и злоупотребляют этим. Поэтому я думаю, что гражданское общество
может, я даже считаю, должно сотрудничать с парламентами для повышения подотчетности и надзорности. Благодарю вас, Андрей. И большое спасибо, Андрей, простите, да, и за работу вашей организации в этом пространстве. Теперь по поводу роли других участников. Пожалуйста, кто еще хотел бы добавить? Джимсон. Да, с точки зрения частного сектора мы работаем с разными участниками этого диалога. И частный сектор инвестирует колоссальные средства в инфраструктуру, в электронную торговлю, направляет ресурсы. И то есть у них есть заинтересованность в том, что эта вся инфраструктура оставалась безопасной. И в ЮНЕКе был проведен анализ, который продемонстрировал строгую или сильную, скорее, взаимозависимость между кибербезопасностью и распространением интернета на территориях. То есть парламент должен рассматривать частный сектор как участников, как партнеров в повышении безопасности. А мы создаем рабочие места, безусловно. И именно поэтому создайте условия, проконсультируйтесь с нами. Мы готовы к диалогу. Есть целый ряд различных площадок, на которых это можно обсуждать. Нам нужны законы, которые обеспечивают подотчетность. Мы будем, соответственно, выполнять стандарты, стандарты аудита, стандарты киберпространства. Это важно для национальной безопасности. Вот, например, Нигерии, там вы слышите различные новости, там все время сотрудничество какое-то происходит для того, чтобы развенчивать все эти лживые новости, которые звучат в пространстве. И частный сектор всегда готов поддержать национальную безопасность и обеспечить работу малого бизнеса и создавать рабочие места. Пожалуйста, кто еще? Самуэль, мои коллеги вот уже говорили о роли частного сектора, но нам нужно посмотреть на парламент и обратить внимание на различные уровни государственной власти. Когда речь идет об образовании, парламент можно задействовать с различными инициативами, связанными с вопросами национальной безопасности. И здесь многосторонние, многоуровневые вопросы. И когда речь идет об ДНС-атаках, когда это идет со стороны государств, частный сектор некоторым образом ограничен исполнительной властью правительства. Если власть не уделяет достаточно внимания инфраструктуре, безусловно, очень важно, с одной стороны, у нас мультистейкхолдерный подход, с другой стороны, есть парламент, есть правительство, это исполнительная власть. Премьер-министры несут ответственность за то, чтобы выработать соответствующую национальную стратегию. Частный сектор затем обеспечивает защиту людей. И именно парламент может принять соответствующее законодательство, которое будет отражать необходимость в защите своих граждан. То есть у государства, на государстве лежит обязанность в обеспечении безопасного киберпространства, а затем роль частного сектора вносить свой вклад в разработку законодательства, которое защитит граждан от злоупотреблений и нарушений частной приватности со стороны государства. Карлос, пожалуйста. Вот Самуэль сейчас упомянул очень важный момент, который касается парламентариев, то есть политическая поддержка, политическая воля. Да, опять скажут, ага, политики говорят. К сожалению, не всегда это выглядит с лучшей стороны. Но фактическое участие частного сектора, университетов, научных кругов
в итоге повлияет на процесс принятия решения политиками. То есть я считаю, что очень важно создавать определенные площадки в парламенте, открывать диалог и позволять другим участникам диалога участвовать в этом, потому что, безусловно, да, с одной стороны, будет определенный конфликт интересов, но с другой стороны, очень важно пытаться достичь консенсуса, потому что мне кажется, что такой диалог позволит найти решение проблем кибербезопасности. И вот мы утром говорили, что, понятно, к сожалению, в новостях пишут о том, как после того, как киберугроза произошла. То есть это такой реакционный ответ, то есть когда уже слишком поздно, а нам нужно действовать на опережение и разрабатывать сценарии, которые будут с более положительной точки зрения рассматривать вопрос. А, модератор, да, действительно, бункерное мышление все еще существует, если есть какие-то инициативы на международном уровне, которые могут помочь бороться с киберугрозами, пожалуйста, давайте об этом поговорим сейчас. Целый ряд есть представителей различных кругов, которых можно задействовать. Я вот ГАНУ в качестве примера сейчас хотел бы упомянуть. У нас есть коалиция «Свобода» в интернете, Freedom Online коалиция. Как мы уже говорили о том, что киберугрозы не имеют границ, и они транснациональны, и мы работаем с коалицией «Свобода онлайн», и мы имеем возможность открывать доступ в интернет. У нас происходит еще, естественно, здесь борьба с терроризмом, есть на африканском континенте угрозы, особенно в районе Сахеля, и именно по этому направлению мы также работаем с парламентской группой для того, чтобы противодействовать киберугрозам, и мы внимательно следим за законодательством, которое вырабатывается на глобальном севере, и они, скажем так, возглавляют эту работу по выработке инфраструктуры и механизмов, и, конечно, есть рабочие группы ООН, мы также принимаем участие в этих группах, и это позволяет нам получить доступ к целому ряду определенных возможностей, мы работаем с Советом Европы, в частности. Вот они запустили проект по выработке инструментария, потому что сложно, например, маленькой африканской стране с большими техническими компаниями, крупными, работать. И мы используем этот форум для того, чтобы привлекать внимание к этим проблемам. Благодарю вас. Самуэль Джимсон, я сейчас хотел бы вам слово передать. Сначала Эдман. Да, вот мы сейчас на IGF находимся, и в IGF очень важный участник, и не только сам форум по управлению интернетом, и различные региональные инициативы. Нам необходимо их укреплять и вовлекать в диалог на всех уровнях по вопросам кибербезопасности, киберугроз и если с более технической точки зрения смотреть, то, безусловно, ICANN является одним из участников мультистейкхолдерной модели, которую мы упоминали, то есть по вопросам IP-адресов, параметров протоколов и IETF, то есть инженерная группа по интернету, которая как раз занимается вопросами применяемых нами протоколов. Также существует региональная интернет-регистратура здесь, в Африке. В различных регионах они действуют. И вот в частности, Самуэл упомянул, что местное законодательство должно защищать конечных пользователей, и на глобальном уровне
интернете также должно быть выработано какое-то решение. И здесь тем самым нужно подчеркнуть, что вот именно вот эти участники мультистейкхолдерной модели могут совместно выработать решение на техническом уровне интернета. Благодарю вас. Джимсон, я хотел бы присоединиться к сказанному моими коллегами. IGF, ICANN, Afrinic. И это все очень важно для Африки. Африку нужно поддерживать с точки зрения наращивания потенциала, привлечения финансовых ресурсов. Можно я отреагирую на сказанное в отношении правительства? Вы знаете, вот вы говорите, что частный сектор за все платит. Вы знаете, правительство тоже за частный, за все тоже платит. Вы знаете, у нас в Гане, то есть частный сектор что-то выстраивает, когда есть финансовые выгоды. Вот получается, что если какая-то финансовая заинтересованность есть, то частным компаниям не дают работать, например, в в каких-то госконтрактах. Я вот из ганский опыт имею в виду. Вы знаете, в Нигерии у нас есть законодательство по интернет-технологиям, и мы обсуждаем это с членами парламента, которые заинтересованы в этой тематике. И также проводим это через Нижнюю палату, потом через Верхнюю палату парламента. То есть какая-то работа ведется, безусловно. Пожалуйста, Анриет. Я думаю, что глобальные процессы очень полезны, и наращивание потенциала, взаимоотношения, гражданское общество, участие других парламентариев. Но у нас на национальном уровне нет содержательного диалога. И нам нужно учесть такой параметр, как транспарентность, то есть прозрачность. И я думаю, что частный сектор может каким-то образом оказать содействие в борьбе с разными атаками со стороны там, каких-нибудь там, программ-вымогателей, например, и других угроз. И получается, что правительство часто не знает, что делать, а частный сектор имеет различных консультантов, которые могут помочь решить проблему. Может быть, нужно какую-то работу проводить по образованию для госслужащих, чтобы они понимали, каким образом они могут содействовать повышению безопасности всей системы. Но это пока не происходит. И я думаю, что частный сектор может в этом участвовать. Парламенты могли бы способствовать этой транспарентности, обмену информацией, потому что нам нужна устойчивость против киберугроз. Нужно это создавать. Мы, когда говорим о диалоге, говорит Мия Петра, безусловно, парламент играет здесь большую роль. И вот, как правильно было сказано, когда что-то серьезное произошло, и когда об этом уже пишут журналисты, иногда бывает слишком поздно на это реагировать. И нужно, наверное, рассматривать, что может происходить, заранее проявлять озабоченность. А если говорить о частном секторе, частный сектор обеспечивает определенное оборудование. И здесь вопросы кибербезопасности взаимосвязаны. И поэтому можно решать технически эти вопросы. И при этом очень важный момент – это развенчание мифов о том, что происходит. Вы знаете, да, на самом деле, если вы подключены к интернету, то там не все так плохо. Там очень много положительного всего. Карлос, я хотел бы кратко заметить, что
Может быть, некая инициатива будет полезной. Вот в Парагвае была запущена, где комиссия ООН работала по вопросам международного права в области торговли. И установлены строгие правила для цифровой экономики. Я думаю, что нам нужно запустить диалог на законодательном уровне. И аналогичный подход нам нужен для выработки законодательства по защите данных, аналогичному, который принят в Евросоюзе. Я говорю сейчас о GDPR, о соглашении о защите данных европейском. И при этом политическая воля недостаточна в настоящий момент, и мы принимаем один закон за другим, а это все характеризуется неким политическим контекстом. Я слышал, что Африканский союз определенную модель принял на вооружение. Может быть, что-нибудь подобное мы можем сделать в контексте Южной Америки и Латинской Америки. Благодарю вас, Себастьян. Давайте подведем итоги. Парламентское направление работы IGF провело колоссальную работу. Вот до встречи в Берлине многих из вас мы не знали, не видели. И если сейчас обратить внимание на то, какую работу вы проводите, вот как Себастьян упомянул, о работе IGF, вовлеченности. Это на самом деле очень хороший знак. И я хотел бы подчеркнуть, что одна из задач, которая стояла перед нами, это поставить в известность членов парламента о той работе, которую проводит IGF. И что мы можем сделать для вас, как членов парламента? И что вы, как члены парламента, можете привнести в работу IGF? Вы знаете, мы здесь не спорим. Очень приятно. Здесь можно именно почувствовать консенсусные взгляды с коллегами из Африки, Южной Америки. И мы чувствуем, все понимаем необходимость защиты граждан, привлечения граждан к решению проблем. И вот о том, какие системы уже существуют, мы говорили, что вот Евросоюз уже идет на шаг впереди. И, конечно, там Европейский парламент работает таким единым фронтом. При этом, может быть, парламентарии имеют возможность каким-то образом запускать диалог по этому. У нас есть молодежное отделение IGF, членов которые Европейского парламента. Таланты имеются, очень важно иметь возможность предоставить талантливым людям выстроить систему, которая будет учитывать механизмы защиты от угроз, от киберпреступности, все на благо человечества. И вот эти вопросы, которыми может заниматься молодежь, которых можно привлечь, я считаю, что можно привлечь и неправительственные организации. То есть, если никто не спрашивает у политиков о том, что происходит, то тогда можно ли доверять системам? Понимаете, если я живу в Европе, я не могу решать здесь за африканские компании, но есть определенные способы применения того же самого оборудования, той же самой инфраструктуры в интернете. То есть это глобальный мир, и у нас есть общая ответственность.
Я хотел сказать, что Берлин стал местом рождения потрясающей инициативы IGF, потому что очень большое количество гражданских групп частного сектора встретились, они обсуждали различные темы, но никогда нет связки между частной сферой, с частным сектором и парламентариями. Да, и до того, вернее, с министрами и президентами. И, соответственно, парламентарии станут тем мостиком, который объединят эти два направления работы. И мне кажется, что Эфиопия очень хорошо продемонстрировала эффективность этого подхода. И при этом нужно постараться сделать так, чтобы IGF не сделал просто ежегодным ток-шоу, на котором мы, парламентарии, собираются раз в год и просто дальше разговаривают и ждут следующего года. На африканском континенте мы запустили африканский парламентский разговор и обсуждение управления интернета. АПНИК здесь участвовал, и очень много было участников из 25 африканских стран. На встречах IGF мы встречались с членами Европейского Союза, и мы обменивались лучшими практиками. И нам рассказывали о том, какое оборудование производится в Африке, и о том, что стандарты вырабатываются скорее для Европы и Америки. И оборудование тоже выпускается в Европе. А мы используем это оборудование, и мы в Африке при этом никакие правила не вырабатываем. И очень важно понимать, что мы должны в Африке, на африканском континенте, также выпускать соответствующие законодательства и концепции, и чтобы правоохранительные органы при исследованиях, чтобы у них было на что опереться. И, уважаемые делегаты африканские, я надеюсь, что мы сможем вернуться в наши страны и начать эти обсуждения этого вопроса. Как уже говорилось, в Будапештской конвенции мы ратифицировали ее, но мы не ратифицировали, например, конвенцию о ксенофобии. И, соответственно, в результате появляются некоторые проблемы и несоответствия между местными законодательствами и международными конвенциями. Поэтому очень важно здесь действовать. Спасибо большое. У нас проблема, или не проблема, спасибо большое. Вы очень убедительно говорите. Андрея, там следующий. Да, действительно, нам нужно ратифицировать ее, чтобы потом ее можно было исправлять и корректировать. Шутка. Я что поняла от парламентариев? Во-первых, уважаемый Сент-Джордж, несколько месяцев назад мы с ним обсуждали значимость гражданского общества и того, почему сложно разговаривать и взаимодействовать с правительствами, потому что правительства видят безопасности, вообще, в принципе, безопасность национальную, безопасность и как обеспечение безопасности режима. Мы с Джорджем поговорили, я поняла для себя, что, конечно, это и национальная безопасность тоже, но гражданское общество также должно понимать, что это и национальное безопасное правительство, и другие заинтересованные стороны, они должны это воспринимать как часть обеспечения национальной безопасности, иначе не могут не будут эту тему воспринимать серьезно. И еще от парламентариев. Мы, в общем, иногда в демократии разочаровываемся. Вот мы видим мультистейкхолдерный подход по управлению интернетом. У нас есть и форум по управлению интернетом, есть еще общество интернета. Еще есть мировой всемирный саммит по цифровому
информационному обществу, это не очень гибкая организация. И, в общем, все эти группы, они очень отличаются друг от друга. А мы должны все больше делать наши мультистейкхолдерные процессы более сложными, более целевыми, чтобы обеспечить инклюзивность. Я думаю, что парламентарии, они обеспечивают многообразие точек зрения из разных частей мира. И я считаю, что это очень важно. Спасибо большое, Андрей. Эдмон, пожалуйста. Да, я хотел поделиться некоторым наблюдением. Мы очень рады, что есть парламентское направление в EIGF, и я вижу параллель здесь с правительственным консультативным комитетом ГАК в ICANN. Раньше ICANN всегда проводил свои заседания в закрытом формате. Мы всегда на расписание смотрели и видели, что все их заседания были закрытыми, то есть парламентариями не пообщаешься. Я понимаю, что есть некоторые вопросы, которые нужно обсуждать за закрытыми дверьми. И вот я думаю, что на будущее и здесь тоже было бы полезно увидеть больше открытых сессий, чтобы можно было видеть, что обсуждается на этом уровне в смысле управления интернетом. Это не только на глобальном уровне, но и на национальном тоже, и на местном. Да, если бы парламентариям и региональным, если бы парламентарии могли в таком формате работать, как сам-то здесь говорил, чтобы это был не просто ток-шоу, а чтобы это переходило в результаты потом. И еще хотел кое-что отметить. Андриетта говорила об отказоустойчивости. Это очень важно. Безопасность и отказоустойчивость – это очень важно. И момент отказоустойчивости – это очень важен. То есть системы должны работать бесперебойно. И все это касается и национального, и глобального уровня. Энриетта еще говорила о том, что на уровне контента люди и отказоустойчивость людей – это тоже исключительно важно. И мультистейкхолдерная модель может помочь распространить, так сказать, эту мысль. Да, очень хорошая мысль. Нужно задуматься, как парламентариев больше привлекать к работе в IGF. Возможно, нам следует открыть эти сессии еще больше, чем на сегодняшний день. Я представитель частного сектора, а не парламентарий. Но иногда они, конечно, полезны, потому что есть некоторые вещи, которыми мы управлять не можем. Так что можно было бы задать вопрос. Вот есть парламентский индекс, и можно как-то замерять, как положение дел. Здесь упоминался ток-шоу. Возможно, и за счет этого индекса можно потом улучшать качество работы. Я думаю, что IGF – это как бы такое безопасное место для политиков. Но мы все можем поделиться дорожными картами на основании нашего опыта. В Берлине у нас был очень положительный опыт, который привел к мультистейкхолдерному подходу, который привел к созданию соответствующего документа и законопроекта. И надеемся, что законопроект станет законом. В результате из этого вышли очень полезные дискуссии. Стало понятно, что нужно продолжать обсуждать вопросы о кибербезопасности. Следующий, пожалуйста. Да, индекс кибербезопасности, он очень полезен, его можно найти в сети. Но я не уверена на 100%, что им можно доверять, но это другой момент. Очень жаль, что
что кажется, что все тут происходит за закрытыми дверьми. И я надеюсь, что мои коллеги не против, но иногда мы в парламенте, мы считаем, что наши иностранных дел, что они ведут переговоры по киберсоглашениям, и что это там и остается. А хотелось бы, чтобы они это проводили в рамках парламентов, чтобы обсуждали с другими сторонами. И вот тут у нас новое соглашение. Ратификация его означает, что мы улучшим жизнь наших граждан. И вот мы парламентарии, мы обсуждаем тот факт, что можем ратифицировать, конечно, что-то, но нужна же ли еще и дискуссия в обществе. ООН делает работу и замечательную работу ведет, но мы, парламентарии, иногда об этом не знаем, потому что мы иногда у нас действительно специализируемся очень, очень бункерное мышление. Один работает над вопросами журналистики, другие над гендерными вопросами, третий там над цифровизацией, и мы друг с другом иногда не разговариваем. Здесь везде есть элементы кибербезопасности. Я, наверное, в заключение скажу следующее. Гражданское общество и частный сектор должны видеть парламентариев как способ выражения и передачи своих мыслей. Я полностью поддерживаю открытые сессии, взаимодействие для того, чтобы публика могла нам задавать вопросы об инициативе. Но я для себя вывел из этой сегодняшней сессии следующее. Участники из Ганы. Я бы хотела, чтобы представители из технического сообщества со мной поговорили, и чтобы я мог потом вернуться и в парламенте провести сессию с техническими представителями технической отрасли, чтобы мы могли послушать частный сектор, и вместе мы можем лучше работать. Спасибо большое. Вот очень конкретный результат. Ну что ж, если больше нет заключительных заявлений, я тогда завершу нашу встречу. Я напомню вам еще раз о том, кто сидел в президиуме. Господин Мэдмун Чун, это представитель правления ICANN и генеральный директор компании .Asia. Господин Самуэль Джордж, член парламента Ганы. Миссис Мия Петра Кумпура Натри, член Европейского парламента. Господин Джимсон Алуфье. Себастьян, я к вам вернусь еще, я пропустила Себастьяна. Прошу прощения. Карлос Себастьян Гарсия, член парламента Парагвая, Джимсон Алуфье из Альянса ИКТ Африка и, наконец, Анриет Эстерхайзер из Ассоциации прогрессивных коммуникаций APC. Значит, следующие шаги, естественно, готовятся к этой сессии в следующем году, но также и некоторые итоговые документы. Кроме того, есть и парламентские сессии, которые проходили на этой неделе. По ним тоже будут подготовлены итоговые документы. Спасибо большое за внимание. Спасибо тем, кто участвовал в зале и в Zoom'е. Благодарим переводчикам и организаторам всех сессий по парламентскому направлению. Спасибо большое.